Как понять влюбленность мужчины, стихия огня? Эти мужчины всегда и во всем привыкли быть лидерами. Поэтому обзор и следует начать с них. Сюда астрологи включают овнов, львов, стрельцов. Уникален каждый случай. Поэтому обо всех элементах перечня расскажем детальнее. Овны предпочитают не скрывать своих чувств. Овны сразу же идут напролом и действуют очень решительно. Ради своей возлюбленной может совершить все, что угодно. Львы – очень галантный джентльмен. Львы и так привыкли блистать на публике, а вот любовь заставляет их действовать еще интенсивнее. Корона будет сиять ярче солнца. Стрельцы не любят пафосных и красивых фраз. Стрельцы предпочитают только действия. В жизнь девушки способны ворваться буквально как ураган. Самоуверенны, очень харизматичны. Как понять влюбленность мужчины, стихии Земли? Эти люди предпочитают реальность эфемерным мечтам о будущем. Поэтому их и считают самыми практичными знаками зодиака. Сюда включают тельцов, дев, козерогов. Как понять чувство влюбленности в этом случае? Нужно просто рассмотреть каждого представителя в отдельности. Тельцы. Многие считают этих людей излишне прагматичными. Вот только любовь окрыляет их просто до невероятных пределов. Тельцы способны окружить даму морем романтики. Девы. Очень часто эти люди просто замыкаются в себе. От таких парней не стоит ожидать пылких признаний или безумных поступков. Они будут анализировать и выверять каждый свой шаг. Козероги. Практичность этого знака зодиака сказалась и в этом случае. Сначала козерог составит четкий план по покорению дамы сердца. Затем он незамедлительно приступит к его реализации. Как понять влюбленность мужчины, стихии воды? Очень сложные люди. Проблема заключается в том, что они нередко предпочитают жить во внутреннем мире и практически не обращают внимания на внешний. Здесь включают скорпионов, раков, рыб. Все случаи сугубо уникальны. Именно поэтому каждого представителя водной стихии рассмотрим отдельно. Скорпион. Как понять влюбленность мужчины скорпиона? Он не будет расточать комплименты, скорее сразу начнет действовать. Причем женщин пытается покорить одним лишь своим взглядом. Раки. Застенчивы и боязливы. При этом раки нередко просто не решаются на какой-либо первый шаг. Они могут организовать романтическое свидание, но только тогда, когда поймут, что тоже нужны даме. Рыбы. С головой уходят в собственное чувство. Мужчины этого знака зодиака становятся очень нежными и чувственными. При этом они пытаются окружить девушку заботой. Отказ же может надолго выбить их из колеи. Как понять влюбленность мужчины, стихии воздуха? Про этих парней можно сказать только одно, часто они витают в облаках. В представленную категорию относят близнецов, весов, водолеев. Как понять симпатию или влюбленность у них? Здесь стоит рассмотреть каждого в отдельности. Близнецы фонтанируют эмоциям. Эти парни будут невероятно смешно и интересно шутить, могут устроить даже целый балаган. Проблема же в другом, дело в том, что их чувства часто остывают очень быстро. Весы крайне нерешительны и застенчивы, поэтому могут в принципе не выказывать своих чувств. Бури эмоций от них ожидать не стоит, они сразу попытаются организовать первое свидание. Водолеи. Очень сложная ситуация. Дело в том, что водолеи могут штурмовать окна избранницы букетами цветов и буквально засыпать ее комплиментами. Однако, они ценят свою свободу и не станут раскрываться полностью. Итоги. Как видно, все очень и очень индивидуально. Поэтому о каждом знаке зодиака следует знать детальнее. Это позволит дамам лучше понять характер парней. Друзья, независимо от того, верите ли вы в гороскопы или нет, они существуют веками. Многие поколения смотрели на звезды и движение планет, чтобы улучшить различные аспекты своей жизни. Вы много можете узнать из своего гороскопа, сформировать вашу точку зрения и улучшить свою жизнь. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и не пропускайте новых выпусков. Не забывайте нажимать на колокольчик и писать в комментариях. Мы вас любим. До новых встреч. Благодарим за просмотр.